Игры вне закона. В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов закрытого покерного клуба. По версии следствия, в октябре 2017 года двое молодых людей незаконно открыли покерный клуб на цокольном этаже в одном из домов по проспекту Максима Горького. Прийти поиграть в азартные игры могли только избранные. Преступники отправляли гостям смс-сообщения с завуалированным приглашением, где была информация о месте, времени и стоимости развлечений. За полгода по такой схеме они заработали 100 тысяч рублей. Двум жителям города Чебоксар в возрасте 32 лет и 31 года предъявлено обвинение в незаконной организации проведения азартных игр, совершенным группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание за это преступление составляет до 4 лет лишения свободы. Причастность обвиняемых к инкриминируемым им деяниям подтверждается их признательными показаниями, показаниями свидетелей, а также результатами осмотра места происшествия, в ходе которого из покерного клуба были изъяты игральные фишки и карты, различные документы, а также черная бухгалтерия, свидетельствующая о криминальном бизнесе. Сейчас уголовное дело для рассмотрения направлено в Московский районный суд города Чебоксары.